Всем привет! Меня зовут Ольга, и на своем канале я буду рассказывать о своих растениях и немножко о рыбках. Сегодня мы поговорим о растениях. Недавно я показывала в прошлом видео, что купила Венерину мухоловку у нас в строительном магазине в цветочном отделе. Вот видите, какая она с детками. Много-много деток у нее. Конечно, вид у нее не очень, сразу скажу. Но там были хуже. Это было лучше из того, что было в этом магазине. Я просто очень себе давно хотела ее. Ну, вот решила взять и взять, где есть детки. Что если вдруг что-то пропадет, то, по крайней мере, что-то да останется у меня все-таки в живых. Сегодня я хочу ее пересадить. Я подготовила грунт. Грунт у меня вот так вот он выглядит. Это верховой кислый торф. PH не выше 4, там 3,9 предел верхний. И перлит, вымоченный в воде обратного осмоса. Смешано все один к одному. Дальше. Я подготовила для большой мухоловки. Вот получается такой вот стаканчик. Красивый. А для малышни обычные стаканчики с проделанными дырочками. Вот. Тут разных размеров. Есть побольше, есть поменьше. Стаканчики. Буду сейчас разделять, смотреть, кого куда садить. И хочу сегодня... Сейчас покажу. Вот еще у меня две есть мухоловочки маленькие. Это выращенные из семян. Вот я зареклась, я больше не буду покупать семена мухоловки. Я лучше куплю одно здоровое растение, да, чем буду мучиться с семенами. Эти семена я покупала год назад. Я их стратифицировала. Из 25 семян у меня зашло 2. Потом я семена опять собрала, которые не взошли. Еще раз стратифицировала их, и у меня еще взошло одно семечко, но она, к сожалению, не выжила. И осталось у меня вот таких 2 маленьких мухоловки, вот им год уже. То есть я поняла, что нет, больше с семенами я не буду мучиться. Я лучше куплю растение в нормальном размере, и будет оно меня радовать. Так, достаем. Достаем и смотрим. Что у нас там? Земля тут, конечно. Ну, это, наверное, торф, я думаю. Просто какой он. Но это не верховой торф. Я уже вижу по нему, что это не верховой торф. Растение это привезено, скорее всего, из Голландии. У нас в основном все возят из Голландии, поэтому... И когда вы в магазине покупаете такое растение, его обязательно нужно пересадить, конечно. Так. Смотрю, что тут вообще. Ну, корешки есть. Ой, тут еще и стаканчик внутри разлагается. Они, видимо, в этом, в торфяном. Вот оно. Или даже не пойму, что это такое. Ладно, сейчас. Надо освободить корни от этой земли и посмотреть, что у нас тут. Так. Да, это стаканчик, вот я его прям вижу. Ну, корешки вот. Вот они, корешки ее. Сейчас. Будем посмотреть, что тут есть. Надо аккуратненько это все. Вот ловушки плохие уберем. Гнившие. Нам тут не нужны почерневшие. Так. Свежий корешочек, смотрю, идет с мухоловки. А
как же это? Ага, вот они разделяются. Они разделяются. Все нормально. Угу. Большой отделяются они. Так, сейчас надо как-то аккуратненько это все отделить. Видите, отделяется. Почернейшую уберу головушку. Оно все тут переплелось. Ага, вот застряли. Не хочет. Ага, часть вот отделилась, деток. Так. Что у нас с этими детками? Лягушки черные эти. Эти детки отделяются, корнями переплелось просто все, и поэтому так у нас. Так, отделили. Ага. Пойму я, где тут, как ее отделить. Так вот отделила ее. А корешков-то получается вот, видите, какие вот они корешки. Это в большой. Сейчас она подсохнет, я все приготовлю. А вот маленькая. Вот. Ну, посмотрим, выживет она или нет. Корешки есть. Вот с корешками. Так, надо теперь будет сейчас их поразделять, посмотреть, сколько у них вообще получится деток. Ну, это под вопросом, детка. Так. Вот, деточка. Так. Здесь тоже как-то две их, что ли. Но не буду трогать. Они маленькие. Пусть. Как есть. Так. С черными ловушками. Mm-hmm.